Это не фотошоп, не кликбейт. Вот такая вот машина реально есть в карпаркинге. Берите кукис, спамить кукис. Я создал свою версию карпаркинга, в которой есть пацаны Тесла. А также тут мы можем делать вот такие вот видео. Это видео исполнит мечту абсолютно каждого игрока. Погнали! Пацаны, залетаем в эту версию. Ух, сколько же лет игроки просили и ждали Теслу. Конечно же, просили еще очень много и других машин, но Теслу больше всего. Разработчик все ее никак не добавляет, но я решил ее добавить самостоятельно. Ну что ж, пацаны, давайте купим сегодняшнего нашего главного гостя Теслу. Давайте, где она тут? Она у нас тут в премиум таких, знаете, тачках. Вот она! Имба! Покупаем сходу. Вот такая вот Тесла. Погнали, уже не терпится зайти на ней в игру, что мы сейчас и сделаем, пацаны. Офигеть! Настоящая Тесла, пацаны, в карпарке. Даже не верится, что она реально тут есть. Посмотрите, какая у нее красивая морда просто. Имба какая-то. И сзади тоже очень красивые такие вот фары с такими красненькими вставочками. Тут еще есть и салончик, и звуки, и физика. Все-все-все тут есть. Сегодня мы это с вами вместе затестим. Как вы видите, тут действительно есть обвесики, и они реально рабочие. Сегодня мы их заценим. Мне очень нравится, когда Тесла белая. А также мне нравится вот такая вот голубенькая. На ней абсолютно рабочие диски. Давайте какие-нибудь поставим, какие сюда подходят. Мне кажется, такие. Офигеть, пацаны, ну Тесла реально имба просто. Физика тут тоже имеется, все это имеется, все качественно проделано. Вы просто гляньте на морду этого зверя, на вот эти вот фары. Трындец просто. Смотрите ролик до конца, ведь в нем я покажу, как добавить сюда свою машину. Вот как я добавил сюда Теслу, так вы сможете добавить и свою машину, какую вы захотите. В 2-3 клика все это очень просто делается. Смотрите ролик до конца и кайфуйте от своих машин. Как вы могли заметить, тут есть куча всяких разных иконок машин, но в этой версии есть еще иконочка Теслы. Погнали, теперь заценим наши обвесики. Вот такие вот спойлера есть, прикольно так вот смотрится, крепятся. То есть вот такие вот спойлера всякие разные есть. Вот этот мне нравится. Ну, мне первый вообще очень нравится, но сюда так подходит. Ну и такие вот всякие разные спойлера, они тут тоже имеются. Посмотрим на флаги. Тоже очень качественный флажок Казахстана, например, или Кыргызстана. Флаги рабочие. Но сейчас я вам покажу лютейший имбу. Я даже не буду комментировать это, вы просто посмотрите. Шильдики самые настоящие. Они 3D-шные, то есть они отражают свет, у них тень вот такая вот есть. Сейчас я вам покажу, как они отражают свет. То есть вот так вот вы будете ехать, и там будут всякие лучи солнца, блики. Такого еще не было, пацаны. Кстати, а как насчет дрифта на Тесле? А почему бы, собственно, и нет? Ну что, залетаем вот так вот в поворотик, прям на полных ходах. Вот так вот и сразу на кружочек вот сюда. Ой-ой-ой, жестко раздает. Что она вытворяет просто? Вы видите этот угол? Люто, Хасани, ты что вытворяешь? Миллиметр был. Стало сделать только вот так вот красивенько припарковаться, что мы сейчас и сделаем. Ух, жестко раздал. Ну и какие же Тесла издает звуки? В карпарке еще не было электрокаров, ну и, собственно, не было электрозвуков мотор. Поэтому это было очень сложно придумать, какой же звук вставить на Теслу. И у меня действительно это получилось сделать. И у нее есть звук, как у настоящей Теслы. Тачка реально, пацаны, прикольная. А видят ли ее другие игроки? По традиции я скину эту версию подписчику, и вместе с ним мы будем проверять, видят ли ее другие или нет. Ну что, пацаны, подписчик зашел. Да ну не. Реально получилось, пацаны, смотрите. Сейчас я вот так вот рядом красивенько стану. Пацаны, у нас все получилось. И игроки, которые скачали эту версию, тоже видят Теслу. Такого еще действительно никогда не было. Надеюсь, это не сон, пацаны. Ну и перед тем, как показать, как добавлять свои машины, я вам покажу еще одну прикольную вещь. Как вы знаете, я когда-то делал такую версию, но с топ-винилами. И как вы могли заметить, эта версия перекочевала сюда. И тут у нас есть тоже вот такие вот всякие топ-винильчики. Мы можем делать их в один клик. Просто, знаешь, самого интересного аниме. Вот так вот, все, в один клик я только закинул стикер, и у нас вот такой вот топ-винил, в одну секунду, хоп, готово, пацаны, все, очень много всяких аниме-винилов, вы их видите на экранах, а также тут есть вот такие вот флеймики. Сейчас они очень популярны в карпаркинге, и вы их можете так вот взять в один клик. Ну и также есть вот такой вот флейм, он тоже очень красивый. Ну и также тут есть очень много всяких разных наклеек. Очень много логотипов и шильдиков, ну и куча всего другого разного. Ну и также, пацаны, тут у нас есть вот такие вот номера, и вот такие вот обычные. И вот такой вот, пацаны, винильчик мне получилось сделать за пару секунд. А теперь, как же добавить свою машину в карпаркинг? Все максимально просто. Пишите мне в комментариях, в телеграме, где угодно, название машин, которые вы хотели бы видеть в этой версии. И я их все добавлю в следующей части. Все зависит от ваших лайков. Кстати, а сколько лайков вы набрали под прошлым видео? 1500! Пацаны, я просто в шоке от вас. Вы просто лучшие. Спасибо вам огромное. Помогите этому видео распространиться, и выходит новая часть с вашими машинами. И я с вами не прощаюсь. Всем пока.